Вот это все наши дипломы, которые мы получили, когда выступали в Крыму. Четыре первых места в номинациях «Ансамбль и дуэт», «Танец и хореография» и специальный приз – «Урожай», который привезли участники студии «Бродвей Инклюзив» с международного фестиваля конкурса «Алтын Майдан Крым». Не только первые места, то, что мы привезли, а то, как они нас там оценили, как они нас приняли и признали, что вы одни из лучших, вы вообще международного уровня. Ощущение того праздника, который мы там получили, мы до сих пор, ну, вот оно в нас вот держится. Это очень, не знаю, окрыляет, это здорово. И мамам я очень благодарна, этих детей, потому что то, как они все вместе, все дружно это делали, сообщают, оно для меня бесценно. На этнический фестиваль заявились 1000 участников, 70 коллективов со всего мира. «Бродвей Инклюзив» представил два танца – «Шаг-вдох» и «Национальный италмаз». Костюмы северных удмуртов шили сами. Для Лены Чулкиной, в студии она занимается меньше года, эта поездка стала первой в жизни, а само выступление – незабываемым. Я споткнулась и упала. Но я, знаете, я так быстро встала, потому что я понимаю, что вот у меня ответственный момент – я должна продолжать выступать, потому что если я не продолжу, то танец накроется и все будет плохо. Сейчас в студии «Бродвей Инклюзив» занимается около 60 детей и взрослых. Здесь никому не отказывают, потому что уверены, танцевать может каждый. Нам нужно с вами научиться что делать? Импровизировать. Студия продолжает репетиции и готовится к очередному конкурсу «Inclusive Dance» в Москве уже на следующей неделе. Елена Керн, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».